Философ Маркс, главным в экономике индустриального общества, объявил прибавочную стоимость ее источник труд. Мерой труда выступает рабочее время как длительность, час затрат жизненной силы трудящегося рабочий день. Но есть и время как кругооборот, период возврата оборотного капитала в виде денег и как миг удачи открыть выгодное дело. Экономисты же ухватились за деньги как измеритель прибыли. Сделали акцент на счете, в счете единиц богатства. Так, главное в экономике труд, как отдача времени жизни человека на общее благо. Было из-под воль подменено получением выгоды в деньгах. Произошла инверсия смысла жизни. Деньги стали стоить больше, чем люди. Деньги стали измерителем капитализации жизни в действии активных и бездействия ленивых. Обретение имущества и получение знаний, производстве и развлечений, творчестве и потреблении, создании нового и расточительстве имеющегося. Родовой признак человечества, свободная сознательная жизнедеятельность людей с именем труд вступила в борьбу с учетом и обладанием богатства под именем капитал. В эпоху капитализма в борьбе труда и капитала победили вещи иметь. Удовлетворять потребности для людей стало важнее, чем быть. Реализовывать способности. Богатство для всех стало богатством для себя. Любимого с правами человека и гражданина. Чем определяется победа мирового проекта? Действующих мировых проектов мы насчитали 6 картинок. Их определяется генотипом и архетипом. Генотип — это голос крови, а архетип — это зов сердца. В русском языке есть такие слова. Вот картина мира разная, поэтому возникают разные представления о будущем. Как о будущем, так и о прошлом. Правда у каждого своя, истина едина, а заблуждение многолико. Об истине нельзя сказать ничего определенного, поскольку она находится вне пределов человеческого сознания. Поэтому каждый со своей правдой тут и толкается. Победа всегда в конечном счете определяется захватом времени, а не пространства. Время ценнее, чем пространство. Где эти мировые проекты пересекаются? Они пересекаются за кулисами, согласование происходит на уровне клубов. Ученые в Римском клубе, а политики? Политика — это вопрос власти в формулировке. То враг. В Билдербергском экономика на Давосе. Там происходят засветки того, что согласовано. А, Б. Из книги о проекте этого неба политика, а главное, и что такое капитал новой эпохи.